Всем добрый день. У нас сегодня модернизация ноутбука, чтобы придать новую жизнь. То есть будем менять жесткий диск, который изначально стоит. Смотрим скорость, какая ему была. Ну и техническое состояние уже не очень. Так, ну и давайте посмотрим на мой сегодняшний диск. Вот видим, что уже начинаются с ним проблемы. То есть вот в ноутбуке установлен вот данный диск, то есть разбит на два диска C и E. Ну и здесь вот написано основные технические характеристики, которые используются. Ну и время работы 10 тысяч часов наработки, начиная с 2010 года. Это с февраля-апреля месяца. Так, ну и показано число включений. То есть здесь вот какие проблемы. То есть, ну, нужно заменять, чтобы в конечном итоге не потерять все то, что здесь существует. Так, давайте проверим, за сколько будет загружаться система до полного загрузки при обычном жестком диске, который был изначально установлен непосредственно в ноутбуке. Будем переносить систему на твердотельный диск, распаковка которого представлена здесь, то есть вот на этот. Ну и как дополнительный диск, то есть будет данный диск, который мы установим на место DVD-ROM-а. Так, ну и для того, чтобы нам это все дело разобрать и поставить, вам понадобится отвертка, ну и скрепка достаточно тонкая, проволочка для того, чтобы открыть DVD-ROM. Ну и приступаем. Так, первым делом переворачиваем. Так. Первым делом, что делаем, мы обесточиваем ноутбук, то есть убираем батарейку. Так, теперь нам нужно вытащить
отсек DVD-ROM-а. Так, зачем я его перевернул? Ну да ладно. Так, у меня отсек DVD-ROM-а находится с данной стороны. Ну, как представили. Так, ну и винт, который держит данный DVD-ROM, находится вот у меня здесь. У себя можете посмотреть и поискать. То есть тут точки. От точки имеется в виду крышки DVD-ROM-а. То есть где-то на 13 сантиметрах. Если он у вас открыт, вам повезло, либо он закрыт обычно, либо под блоком памяти лежит, либо под крышкой, тогда придется скрывать крышку, то есть ищите инструкцию по скрытию. Так, ну и скрываем, то есть мы откручиваем винт. Вот мы его открутили. И ваш DVD-ROM спокойно выходит из отсека. Вот такой DVD-ROM. Так, для того, чтобы установить жесткий диск DVD-ROM, то есть нам понадобится пересадник по конструкции он напоминает DVD-ROM. То есть вот представлен. Так, распаковка вставлена на моем канале. Да. Разъемы совпадают. То есть как это выбрать, тоже смотрите при распаковке данных адаптера. Вот жесткий диск. Так, теперь внутри вот находится отвертка. То есть нам нужно выкрыть. Так, вот сняли. Так, ну и все те же самые крепления под эти же самые болты находятся. Так, теперь нам нужно снять панельку. Так, вот для чего нам понадобится скрепка. То есть вот здесь отверстие. Отверстие. DVD-ROM. Без проблем. Открывается. Так, и нам нужно снять вот эту декоративную панельку. Так, она крепится вот здесь за щелку. Здесь защелки и еще внутри есть защелки в данной панельке. Так, сейчас я покажу, как это все делается. Берем отвертку. Так, и аккуратненько. Защелкиваем. Эти крепления вышлепнем вашу декоративную панельку. Так, ну а на место ее, чтобы в дальнейшем использовать
DVD-ROM. Так, внешний CD-привод. Можно воспользоваться той панелькой, которая входит в комплект. И в дальнейшем остается купить шлейф на USB и использовать. Конечно, не лидером. Так, мы вырезаем поменьше, давайте попробуем клепочкой меньшего диаметра. Так, принцип понятен. Так, сейчас откладываем лидером. Ну и берем панель, которую мы купили для того, чтобы установить жесткий диск. Ну и устанавливаем ту декоративную. Ноутбука, а именно из DVD-ROM-а. Закрепили. Так, теперь нам нужно переносить систему. Для этого берем сначала твердотельный диск. Наклейку. Так, и вставляем. Переходник. До упора. Так, все, мы поднимали. Так, ну и даже можно обратно вернуть. Так, закреплять будем чуть позже. Валентин находится здесь. То есть для крепления. Так, ну закрепим позже, потому что здесь данный твердый тель не будет стоять. Стоять будет в другом месте. Так, ну и после того, как поменяли, берем обратно ноутбук. Так, вставляем. Так, ну и закручиваем для переноса системы. Так, ну единственное, что сейчас остается, то есть включить систему и при помощи специализированных программ перенести. Как это делать, смотрите дальше. Так, ну давайте перенесем систему с исходного диска на новый диск твердотельный SSD. То есть вот он. Для этого воспользуемся программой Amiga Partition System Standard Edition. То есть это бесплатная программа, которую можно скачать сайте. Здесь есть Pro версия, которая заплатная, и есть бесплатная. Так, ну и при помощи вот этой функции, то есть переносим ось на новый диск.
Так, ну и будем использовать полностью все пространство. Этого диска. Так, нажимаем конец. Так, и остается нажать вот эту кнопку. Единственное, у нас система перезагрузится, поэтому я запись отключу. Просто появится окошко, то есть перегрузится в свою систему, в данную программу. Появится окошко, ну и по окончании, то есть выдает результат. Так, ну а сейчас пока отключаюсь и покажу уже результат. Итак, попытки клонировать диск. Систему со старого диска на новый SSD не возымело никаких результатов. Потому что ни одна из программ, которая позволяет это сделать, почему-то не переносит, не клонирует диск с диска большего размера на диск меньшего размера. То есть все попытки, то есть пробовал различным программным обеспечением, в том числе ту, которая была показана выше, ну и результата никакого. Была еще другая программа, я не помню ее название, но тоже по клонированию диска, то есть тоже не получилось. Поэтому, ну, во-первых, чтобы не перенести все те ошибки, которые были на старом диске, на новый диск, ну, принято решение восстанавливать систему с нуля. Ну и как делается это, смотрим видео дальше. Итак, перенос Windows при помощи стандартных программ клонирования со старого диска на новый SSD не получилось, в связи с тем, что SSD был меньшего размера, чем жесткий диск, который стоял изначально, то есть он имел более большой размер. Ну, поэтому переустановка осуществлялась обычным методом. То есть вот здесь вот написано, как переставить. То есть при помощи флеш-накопителя. То есть нужно скачать средства. Здесь, когда пройдете по ссылке. Так, дальше нужно будет при помощи этого средства на флеш-накопитель не менее 8 гигабайт, ну вот здесь 16 гигабайт флешка. То есть это установилось, ну а дальше чистая установка при запуске системы. Никаких проблем не возникло. Изначально Windows продавалась Windows 7 Home Premium, то есть потом была установка бесплатная на Windows 10. Несколько раз обновлялась, раза два после выхода, ну и последнее обновление в связи с тем, что качество жесткого диска стало падать, в смысле срок службы уже подходит к концу, то есть последнее обновление не установилось и пришлось устанавливать посредством создавания данной флешки, резервной флешки. Ну и лицензия никуда не исчезла, то есть Windows без проблем активировалась. Только единственное, при установке, то есть в самом начале, то есть вам покажет экран, введите код продукта, то есть либо пропустить, либо у меня нет ключа. Все, без проблем, потом при подключении к сети, то есть Windows активируется тем же самым ключом, который был у вас в предыдущих обновлениях Windows.
Итак, мы перенесли систему. Сейчас нам нужно вытащить твердотельный накопитель. Это опять выкручиваем. Крепежный винт. Достаем переходник. Так, и вытаскиваем. Твердотельный накопитель. И проделаем ту же операцию, как переносим в систему. Вот, я перенесу свои файлы. Жесткий диск, которыми будет храниться информация сейчас. Сначала тоже не будем крепить. То есть при помощи крепежных винтов. Вот, ну, перенесу систему. Ну и опять та же самая процедура. Берем ноутбук, вставляем. Так, выключаем винт. Так, ну и дальше форматируем, ну и переносим информацию, смотрим видео. Итак, мы перенесли информацию, зря, конечно, не закрутили винты жесткого диска, потому что больше нам не понадобится. Обратно вставляем. Так, ну и теперь меняем основной диск. Который мы расположим здесь. Твердотельный.
Так, вот такой диск стоял. Называется Timeout. Ну и меняем на новое, а это будет у нас как хранилище, потому что уже видели по тестам, то есть жизнь осталась недолго, 2010 года. Так, ну и вставляем музыку. Выкручиваем. Обратно палец. Так, ну и возвращаем элементы. Так, ну и наслаждаемся новой системой, новой скоростью. Всем спасибо за внимание. Тем, кому было полезно видео. Ну, до следующих модернизаций. Всем удачных покупок. Безотказной работы ноутбуков. Ну и всем до свидания. До новых встреч. До новых видео.